Спасибо большое за донат. Человек с никнеймом Галера Невольников. Здесь вообще просто удивительно. 8 месяцев назад самое невероятное кросс-промо должно быть, и я его просрал. Вот, ну что, по поводу новой обстановочки, информация на основном канале, бла-бла-бла, да. Описание читаем. Давайте глянем просто древнегреческий ролик. Оценим аккаунт, это твое мнение, посмотри полностью, плиз. Спасибо, знаешь, сейчас посмотрим. Вы знаете, а следующую песню, которую я исполню... Ну, здесь он такой запыхалный, чуть-чуть сразу слышно просто. Так же ждут. Я ее выпустил. Ну, живой. Буквально звук, да. Неделю назад. Ой, как давно это уже было-то на самом деле. Ну, от него вроде многие сгорают, да? Ровно за сутки, даже меньше. Тренды YouTube. Первое место, самое первое место. Ровно, то есть он причем говорит фразу, не договаривая, и на другую мысль переключается о том, что я про первое место, первое тренд на YouTube, но типа, чтоб формально ничего не сказал. А в общем-то все сказал. Ах ты жук-то какой. Вот все-таки сейчас восхитительный она. Человек. Ярослав. Находится на первом месте в Москве. На первом месте в России. Первое место во всем мире. И первое место во всей вселенной. Ну ничего себе заявленница. Просто, конечно, мое почтение. Первое место во всей вселенной. Слушаем. Легенда просто. Первое во всей вселенной. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Ну, как бы... Блин. Полаживает немножко аутофтюн, но в целом достаточно неплохо валит. Как? То есть, ну, это уже проблема звука, а не вокала. Ну, хотя, это еще проблема умения пользоваться микрофоном. То есть, на мероприятии такого масштаба, как будто ветрозащиту можно было бы и напялить, да? Которая стоит 200 рублей, лол. Как вот это. Осужда... Пётр, это что за такие слова вообще? Мы в приличном культурном обществе. Это... Я, честно, понятия не имею, что это за растение, но, по-моему, очень красиво. Он такой же, как и я. Какой-то. И хочется просто лопеть и дышать, и мне другого не нужно. Ну, близко к нотам, на самом деле, весьма. То есть здесь скорее ма, про манерность вот эту в вокале. То есть она просто утрированная до абсурда. Ну, в целом, так же, как у группы Говнида, у легендарной группы Говнида, поэтому, ну, может быть, такой вокал именно имеет место быть. Ну, хотя, нужно! Ой же, как и я! Как и я! Ну, говорю, ну, прям слишком уже. И хочется просто... Просто! У него каждый раз чуть заезд долгий в эту ноту. Бять! То есть не любить, а любить. Бять, как бы. Интересно, кстати, как спустя 8 месяцев, может, он вживую сейчас лучше поет это? И мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не ослаб... Ну, может, волнуется там, может, еще как-то... Короче, все, молчим, смотрим, как Фред реагировал. Я уже все сказал тысячу раз. Пусть мое лицо говорит за меня просто. Да, видимо, высшему может просто проще петь, ну или поднастроился, стало точнее. Здесь немножко свет. Осуждаю на всякий случай, ну Досина. Прикинь, если есть шаман и будет еще какой-нибудь другой, никак не связанный... С шаманом я не о нем говорю, он здесь отношения никакого не имеет, но появился бы еще один популярный исполнитель, Чушпан, например.
Вот. И не про себя, естественно. Я такое... такой псевдоним брать не планирую. Но в целом... просто первое место в трендах. Первое во вселенной, блин. Певец Чужпа. С песней, не знаю, «Я Шизик». Ну... ну, если мне от Кремля миллиончик упадет, так и быть, я готов на это пойти. Певец... нет, Чушман все-таки. Или это Чушман тогда будет. Могут неправильно читать просто, вот в чем дело. Клон иной расы. Нет, клоны иной расы — это те, кто пишет мне негативные комментарии. Вот кто это такие. И еще это инопланетяне, конечно. Ну, это просто... я счастливый, как никто! Россия! Кто уже присягнул, ребята? Только честно. Плюс чат. Кто да, уже? Конечно, просто... плохо. Кто, так, кто присягнул? Что там дальше-то есть? Что я просто развлекал народа? Просто, да, видим вечный повтор. Не, ну для живняка это достаточно... ну, рот открывает хорошо, смотри. Типа... крепкая Валилова. Крепкая Валилова. Штаны. И секунду. Валил. Блин. Крепко навалил. В ударку. Мой любимый анекдот просто. Крепко навалить в ударку. Вот. И вытряхивать говно из... томов потом.